Всем еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас были в Карамельке, это кафе и также детский там центр такой, все вместе. Очень здорово посидели. Никит, меня подожди немножко. Дождик все идет и идет. Мы решили прогуляться пешком, чтобы немножко все-таки подышать, хоть даже в такую погоду. Никит, давай за мной. Все, счастье написано нельзя купить. Хороший лозунг, это точно. Но можно купить кофе. Нельзя купить еще хорошее настроение, но можно его поднять. Нет, Никита, я все денежки потратила. У нас сегодня такое день рождения было. Спонтанно. Ну, конечно, мы планировали в Карамельке. Так как Никита в школу не ходит еще, то у него как таковых и не так давно, да, мы здесь живем, друзей не было. Мы угостили всех детишек, которые были в этом центре, да. Очень хороший день рождения получилось, Никита. Тебе понравилось? Да. Смотри на меня. Да. Вначале мы поехали в Бирюзу, купили подарки. Дождик, все мокро. А потом мы поехали отмечать Карамель. Всем привет! Я даже не брала шапку, так как папа, дедушка привез нас. Побыл с нами немножко и тоже поехал отдыхать. Теперь моя смена с сыном. Будем заниматься. Идем пешком. Кстати, на улице... Никита, давай руку. На улице не так уж и холодно. Ну, ветер есть немножко, пока нормально. Конечно, мы там немножко разгоряченные. Нам не так далеко идти. Как раз воспользовалась моментом поснимать. Я ребенка уговорила, воспользовалась... Вот у меня зимняя обувь. Воспользовалась возможностью, пока детишек не было, дай сказать. Пока не было детей. Сейчас улетят твои шарики, и все. Мы с дедушкой надували шарики. Ага. Мне было немножко страшновато, потому что, ну, шарики могут же взрываться. Действительно, мой шарик чуть позже и взорвался. Ну, не взорвался, лопнул, да. А вот так вот, что еще? Ждем хорошей погоды, но пока вроде ее не предвидится, просто чуть-чуть. Завтра вроде плюс 9, плюс 10 должно быть. Сейчас. Давай ручку. Так, отличный день рождения, несмотря на такую погоду. Хорошо, что я ночью приехала. Я, честно говоря, друзья, эту неделю очень мало спала, было много работы по онлайну. Я говорила, что я психолог, также я энергопрактик, регрессолог и ангелотерапевт. И очень много я работаю в последнее время. Поэтому хочется спать. Сына уговорила, говорю, давай дома. Я взяла настольные игры. Мы их просто обожаем, да? Ходилки так называемые. Как в старые добрые времена. Будем ходилками играть. О, видите, какие тут лужи. Вот такое вот Лазаревское. Дождливая, можно сказать, тут даже, заговариваюсь, не лужи, а реки. Ну, потому что не надо баловаться этим шаром. И машину так носится. Руку. Да. Очень трогательно поздравили девочки. Ребенка у меня с этого самого, с кафе. Я думала, честно говоря, что у них будут цельные торты, карамельки. Но оказались кусочками, но это не испортило абсолютно праздник. В общем, вначале я немножко забыла, да, про свечки. Потом вспомнили мы с сыном. Взяли свечи, да, Никит? Сколько тебе сегодня лет исполнилось? Класс! Поздравляю! Зрители тебя поздравят, думаю. 7 лет мне сыну. В школу мы пойдем в следующем году, мы не торопимся. Есть, бывает, родители. Стой сюда, иди. Уйди, там машина ездит. Вот такая вот тут, смотрите, океан. Океан. Мы пойдем по такой сокращенной дорожке. Давай, Никит, дорогу перейдем. Хватит с этим шаром уже.
Ой-ой-ой. У меня ноги насквозь мокрые. Представляете? А у меня немножко мокрые. Ну, ну, тут не жаль. Я не знаю, какое-то слово подобрать. За мной, Никита. Так, держимся подальше от дороги, друзья. Они как будто специально хотят облить водой. Я это вообще не понимаю. Неужели нельзя как-то помедленнее ехать? Видишь, что творят? Аккуратно. Никит, проходи скорее. Вот здесь проходи за мной. То сейчас тебя обрызгают, и все. Хоть ты и именинник, никого не остановит именинника обрызгать. Отойди от края. Никит, я что сказала? Ну, я сейчас не буду тогда ничего. Давай за мной. На. Ты если не смотришь. Да, мы идем туда, спасибо. Показали, идите туда. Нас даже типа пропустили. Вежливые люди. Не, на самом деле люди вежливые в основном нам попадаются. Бывают, конечно, разные. Сейчас мы... Смотри, какие реки. Сейчас опять одну реку мы перешли. У меня не намочились. Нет, а у меня намочились. Хотя у меня вот зимняя обувь. Какие-то банки валяются. У меня не... Пожалуйста, надо вот так, смотрите. Куда? Здесь стой. Никит, возле меня будь, пожалуйста. Никита! Почему я кричать должна постоянно? Объясни мне. Мама! Сейчас уйди в сторонку. Видишь, как он едет специально? С целью обрызгать всех и сразу. Давай скорее. Не понимаю, какой... Прикол брызгать людей, еще тем более, когда человек идет с камерой. Молодец! Ты как в этом самом Винни-Пух и я, да? Ну как, Никита? Не отлично. Вот тебе и отлично. Пошли. Неси эти самые. Остались веревочки точно. Будем с веревочками играть. Но у нас еще шарики есть запасные, друзья. Не все так плохо. Тихо. Прекрати. Так, это мы идем по аэродромной. Сейчас еще могут нас... Ты специально? Машина все пытается обрызгать. Тщательно едут так, чтобы люди были мокрые. Конечно, можно было ехать на такси, но нам тут не так далеко идти. Самые опасные участки мы прошли. Не, еще не прошли. Еще не прошли, да, если честно говоря. Еще нет. Но пройдем. И так что... Настроение у нас супер. Хотелось не немножко... Супер. Не супер. Ну, мне значит... шарик лопнул. Ну, у меня тоже один лопнул. Я надувала тоже шарик. А у меня два. Ну, это к исполнению желания. Так что, что сказать? Вот сюда вставай пока. Вот у нас дождливый денек. Лужа. Мы идем домой. Всех обнимаю.